находимся совсем рядом с линией фронта, в городе, который носит прекрасное название Мирноград. И самым лучшим символом этого мира является хлеб. Это новая жизнь, это свежий запах. И мы помогаем сегодня церкви для того, чтобы она использовала эти возможности, могла поделиться с простыми людьми хлебом, вот таким вкусным, свежим, а также Словом Божьим, как хлебом жизни. И таким образом помогать людям и давать им надежду, что жизнь однажды станет мирной, и этот мир начинается с примирения с Богом. Поэтому вот такие пекарни – это не только помощь церкви, но это и большой вклад в социальную работу с людьми. Это новая надежда для нашей страны, что церковь с хлебом и Словом Божьим сможет послужить нашим людям и будет символом примирения, символом надежды. Один из векторов нашего служения заключается в том, что мы постоянно работаем в зонах, в серой зоне или прифронтовой зоне, и мы посещаем такие места, где обыкновенным людям невозможно заехать. То есть мы посещаем места, в которых нас сопровождают либо военные, либо заезд в эту зону разрешается только по разрешению штаба. И очень часто слышишь истории о том, что люди даже не имеют элементарной возможности приобрести хлеб. Им туда не завозят, и их даже с той зоны не выпускают. Мы сегодня приобрели репутацию, по которой мы имеем право посещать эти места, мы имеем право заезжать к этим людям и помогать им тогда, когда там никто не помогает. Люди сегодня оказались фактически на улице. Очень часто бывают такие случаи, когда люди просто вот в эти дни они лишаются собственного жилья, они лишаются собственных документов, им приходится начинать жизнь чистого листа, и такая помощь именно в этот момент для людей, она просто бесценна. Щиро рада і вдячна, що можу бути присутньою тут в Мирнограді на відкритті пекарні. Це одна з декількох пекарень, які ми вже відкрили в зоні конфлікту. І я вже бачила роботу цих людей в Мирнограді, в навколишніх селах. І тому ось ця пекарня, я знаю, буде великою поміччю для них. І я щиро вдячна за таких людей, які віддають себе на служіння іншим. I'm standing between, as you can see, the convection oven, the finished product, and behind me, as you can see, that is our physical bread. And this is the bread of life. That's the bread for life, this is the bread of life. And I'm holding in my hand a sample of the Light magazine, which is in the Russian language here, which means Svet. And directly below it, it says, hope for the world. And that is true. We can only find hope in Jesus. And right here, this is a wonderful publication that can be left in offices, in shops, given to people out on the streets for ministry. We have super and huge opportunities in this country to witness to people. When we can help them with their physical needs, we can also help them with their spiritual needs. Thank you once again to those who generously give so that this work, this ministry can take root in these countries and be very productive. And as we even saw witness today in a service, people give their lives to the Lord because they see that this is the answer for their life. Thank you once again for Mission Eurasia.